Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, район вокзала, остановка станция Орск. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Вот, смотрите, какие появились салфетки влажные, эконом, хозяйственные, антибактериальные, 6 в одном. Убирает в доме, устраняет грязь, удаляет жир, наводит блеск, ароматизирует и против 99,9% микробов. Идеальная чистота. 80 штук в упаковке. 79 рублей. И вот какие-то новые. 59 рублей. 5 штук в упаковке. Универсальные салфетки. Супер впитывающие. Без добавления синтетики. Впитывают без жидкости. Впитывает все жидкости и быстро высыхает. Вот такие интересные салфеточки у нас привезли. 100% вискоза. А перчатки какие интересные. Такие красивые. Цвет интересный. 20 штук в упаковке. Разные размеры. Именно этот размер Элька. 99 рублей. Есть и белые. Вот, мне нравятся. Они какие-то и не розовые, и не фиолетовые. В составе латекс и каучук. Вот еще какие есть. 99 рублей тоже. Перчатки хозяйственные, это М-ка и состав ПВХ. Еще перчатки полиэтиленовые, 100 штук в упаковке и состав полиэтилен, 55 рублей. Ну, еще одни вот перчатки универсальные, одна пара, S, маленький размер, М-ка есть и все, 55 рублей. Вот еще какие-то коврики для посуды появились, видите, длинненькие. Если вот обычно большие, вот такие, эти маленькие, 55 рублей всего стоят. 40 на 20. Разные расцветки. 55 рублей. Очень много появилось уже товаров для летнего периода. Вот такая игрушка, водный пистолет, зверушка. У нас у внучки был такой. Побегала она с ним хорошо. 349 рублей, ничего себе. Вот такой еще водный лука-пистолет. Устраивай водные сражения. Смотрите, какое огромное. Лучшее развлечение для игр на улице в летние дни. 299 рублей. Ракетки. Ого, тяжелые какие. Набор для пляжного тенниса. Деревянный, 199 рублей. Но он очень тяжелый. Нечаянно промахнешься кому-нибудь, заедешь, и мало не покажется. Так. Это у нас 349 рублей. Набор для пляжного тенниса. Выглядит хорошо. Прям, смотрите, можно и воланчик, и мяч использовать. Вот еще в другом цвете. Игровой набор бейсбол. Играй как профессионал. Платформа подбрасывает мяч в воздух, а ты только отбиваешь. От 6 лет. 349 рублей. Все больше и больше товара появляется по 349. Вот эти штучки. Тоже у меня внучка прыгала. 199 рублей. Скакалка с колесиком. Вот так вот они крутят и перепрыгивают. Опа, бабушка поиграет. Опа. Интересная подпрыгалка. Развивающий набор «Веселые липучки». 4 игровых поля, более 30 фигурок. Играем с котятами. Какие-то липучки здесь. Отрежь ленту липучку и приклеим на разметку. Выдави фигурку и приклей ленту липучку. Прикрепи фигурки на игровое поле. 199 рублей. О, они здесь разные. В гости к подружкам. Играем с котятами разные. Вот уж хороший счет и игрушка. 199 рублей. Здесь и такие штучки, как счеты, и колесики, и часы. 199. Конечно же, вот эти самолеты, я уже не раз говорила, что они очень классные, хорошо летают. 199 рублей. Такие из пенопласта сделаны. И вот коврики. Тоже новинки. 149 рублей. Коврик антискользящий, фигурный, с 63 на 43 сантиметра. Вот так покажу. Видите, какой? Разные расцветки. Есть зелененькие. А есть не фигурные, есть обычные.
тоже 199 на 38 на 45 сантиметров. А здесь два, что ли? Да, здесь два. Один на 38 на 45, а другой 38 на 58. И тоже разные расцветки. Противоскользящие. И состав ПВХ. Вот какие яркие. О, какие хорошенькие яркие. Так, сколько стоит? 199, 45 на 75. Смотрите, какая здесь. Не пойму вот даже, какая классная. Прям, мне кажется, так будет приятно вставать ногами. И такой, наверное, я уже показывала. Я уже не помню. Набор ковриков для ванны 60 на 40 и 45 на 50. Под мрамор есть. Вот какие симпатичные. 249 рублей стоят. Вот еще коврики 299 рублей. 100 на 50. Тоже антискользящий. Только в рулончике. Разные расцветки. А сидушки опять пришли. Мы такую брали. Я не знаю, кто ездил на таких велосипедах. Сидеть на ней невозможно. Как зачем делают такие? 199 рублей. Мы вот такую купили, надели, и вот красота стала. А то вообще ужас какой-то. Это для гонщиков делают, а для чего тогда такое детям делают, не знаю. Да и для гонщиков неудобно. Ну и здесь в посуде сегодня опять ничего нового я не вижу. Понавезли посуду много. И пока больше ничего не везут. Все мы уже видели. Щетка премиум. Зубная паста плюс щетка. Набор для ухода за полостью рта. Здесь, видимо, кто-то открывал и все хорошо заклеили. В общем, щетка и паста 99 рублей. Появился кофе Nescafe. Богатый вкус с ароматом, богатый вкус с молотой арабикой. 199 рублей. Как я уже говорила, я больше кофе фикс прайс не беру. Что-то мне показалось, что как будто бы оно не такое, как из пятерочки, например. Но я могу ошибаться. И вот такое мне нравилось. Я брала 249, 150 граммов. Вот два моих любимых кофе. Пройдет немного времени, и я опять, наверное, буду брать. О, праздничный кулич. Я недавно показывала. Не было ценника, а здесь есть. 300 граммов 79 рублей. Вот вопрос. Столько они стоят, эти куличи, и не пропадают. Интересно, из чего же они сделаны. Мука. В общем, кому интересно, прочтите, потому что я ничего не вижу. Ну, печенье с кунжутом, сэндвич. На вид очень аппетитно выглядит. 240 граммов 59 рублей. Конфеты с кокосовой со сливками 200 граммов 59 рублей. Обожаю кокос. Кто-то мне сказал, зачем вы показываете конфеты, говорите вкусные. Они с пальмовым маслом. Во-первых, в любых других магазинах то же самое. Может быть с пальмовым маслом. Я просто показываю вам, вкусно или невкусно. А вы можете прийти и посмотреть сами. Вот тоже очень вкусные с нежным сливочным кокосом, как Рафаэлла. Вот я показывала вам тайно. Вот эти очень сильно похожи на Рафаэлла. И вот эти конфеты тоже очень сильно похожи на Рафаэлла. Эти даже еще дешевле. Там 150 граммов 99 рублей, а здесь 200 граммов 59 рублей. Очень вкусные. Попробуйте обязательно. Конфеты «Золотая лилия». Такие не пробовала. 55 рублей 200 граммов. Ничем отличаются. А это оригинал. Тофе, что ли, написано. Уже 79, что ли? А, нет. Твикс маленький.
маленькие шоколадки, не содержат красителей и консервантов, 149 рублей, 184 грамма. И конфетки Milky Way, 149 рублей, 176 граммов. Глазурь со вкусом ванили, быстрого приготовления. Вот кто Пасхи печет, смотрите, какая здесь есть глазурь. 350 граммов, 55 рублей. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.